Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, друзья. Московская государственная академическая филармония представляет 8-й Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». Фестиваль продолжается. Мы рады этой новой встрече с вами. Московская филармония благодарит за сотрудничество спонсоров и партнеров фестиваля. Фирму «Дадарио» Соединенные Штаты Америки, фирму «Саварес» Франция, Польский культурный центр, гитарный журнал, журнал «Гитарист», гостиницу «Пекин». Приветствуйте, пожалуйста. Виртуозы гитары. Сегодня для вас играют Ирина Куликова, Россия, Нидерланды. Хосе Мария Гаярдо дель Рей, Испания. Мы вновь напоминаем вам об отключении средств мобильной связи на время программы. И также, уважаемые гости, фотосъемка во время концерта запрещена. Мы приветствуем ваше понимание. Первое отделение концерта. Ее музыкальный интеллект опирается на высокое мастерство техники, что позволяет ей совершать то волшебство, которое способно совершать лишь искусство музыки. Конец цитаты. Иоганн Себастьян Бах, соната номер 1 в переложении для гитары соло Ирины Куликовой. В 6 частях. Прелюдия, алеманда, куранта, сарабанда, 2 минуэта и жига. Сочинение исполняется без перерыва. Исполняет Ирина Куликова. Thank you.
Thank you.
Фернандо Сор. Фантазия. Сочинение 30-е.
Константин Васильев. Три лесные картины. Старый дуб, подснежник, пляска лесных духов. Исполняется без перерыва. В завершение первого отделения концерта.
Я бы хотела сыграть для вас любимое произведение моей дочки, которой 8 месяцев, будет через на следующей неделе. Ее зовут Мариэль, и произведение Франциско Тарраги «Гавот Мария». Это то же самое имя.
Дорогие друзья, концертный вечер продолжается. С 25 марта нынешнего года Московская государственная академическая филармония открывает продажу новых абонементных циклов программ. В будущем году стартует 9-й по счету Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары». Абонемент носит номер 42. Мы будем рады видеть вас и через год на фестивале «Виртуозы гитары». А фестиваль нынешнего года, 8-й по счету, завтра продолжится концертами для гитары с оркестром. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», дирижер маэстро Фредди Кадена, а также Лоренцо Микели, Ирина Куликова, Артем Дербоед, Хосе Мария Гаярдо Дель Рей, Адам Дель Монте и Сергей Шамов готовы к встрече с вами завтра на фестивале «Виртуозы гитары». Дорогие друзья, мы вновь напомним вам об отключении средств мобильной связи на время программы. Благодарим вас. Итак, второе отделение концерта. Он выдающийся гитарист-виртуоз, дирижер, композитор, владеющий всеми ресурсами классической гитары и фламенко. Он особенно прославился исполнением испанской музыки. Конец цитаты. Речь идет об исполнителе по имени Хосе Мария Гаярдо Дель Рей. И в шутку, и всерьез, и смех, и грех, жизнь прожить, не поле перейти. Так говорят в России. Этому выдающемуся музыканту за сутки пребывания в России и на пути к нам в Россию на фестиваль «Виртуозы гитары» пришлось пережить немало. И за всю историю фестиваля «Виртуозы гитары» это наше и мое, в частности, единственное и первое лирическое отступление от программы. До сих пор весь багаж музыканта находится, скорее всего, в Париже. Этот перелет в Москву он совершал из Валенсии через Францию. На борт самолета в связи с погодными условиями ему не позволили взять свою гитару. На пути из московского аэропорта сюда, в Москву, в гостиницу «Пекин», в автомашину такси, ну, в связи с теми или иными обстоятельствами на дороге, ворвался разъяренный участник дорожного движения, и наш гость, выдающийся музыкант европейского уровня, насмотрелся на то, что творится у нас в Москве, в том числе и на дорогах. Тем не менее, он появляется здесь и сейчас, на этой сцене. И готов исполнить практически без изменений фестивальную программу для вас, друзья. Итак, Гаспар Санс, испанские танцы, Сантьяго де Мурсия, токката в манере Карелли в 4 частях. Переложение этих сочинений для гитары Хосе Марию Гаярдо дель Рея. На сцене фестиваля «Виртуозы гитары» Хосе Мария Гаярдо дель Рей.
Франко продолжают авторские сочинения Хосе Мария Гайардо дель Рея. Лорка Сюита в 5 частях и композиция под названием «Деревья говорят». Здесь 2 части. Голубая смола эвкалипта и красные деревья на берегу. Thank you.
Thank you.
Астора Пьяццолы в авторском переложении для гитары Хосе Мария Гайардо дель Рея. Милонга Ангела, прощай, Нонино и чао, Париж.
Спасибо большое. Too many emotions today for me, seeing old friends here that I didn't see in the last 25 years. So now washing them with flowers for me today is so special for me. And thank you very much for this wonderful welcome. I always love to come to Russia because I think part of me belongs to this country because we share the same passion about music and about art. Something from my country, Manuel de Falla, Danza del Molinero. Thank you.